Так, давай. Так, 1,5. Давай. Стартуем. Ну, реакции на баф ресет нету, а баф ресет тем временем 1,8 есть. Врубай. А, что ж, дорогие друзья, очередной интересный случай. Принесли нам 2080. Или нет, 2070, или какую-то 20-ю, короче, серию. 2070 супер. А, такую вот беленькую гигу. Произошел курьезный случай. Такое бывает крайне редко. Самое удивительное, что когда мы ее принимали, я даже клиенту сказал, что типа так-то и так-то, блин, это гига, она точно ли у вас по термоверту не рубится и прочее. Клиент сказал, что нет, все типа в порядке. Взяли мы ее на обслуживание. Так как здесь крайне неровная поверхность, здесь самый оптимальный вариант, который мы нашли, это все-таки Little Aird. И на длинные сроки это неплохо себя показывает. И нету перегиба, потому что супер мягких прокладок 0,5, которые гига сюда кладет, которые супер сопливые и тянутся как резина, ну, увы, купить просто не представляется возможно. Ну, короче, это не суть. А по итогу получается интересная картина, что если мы сейчас эту карточку, вы могли видеть, у нас баф ресет поднимается, но реакции на баф ресет нет вообще. То есть карта ничего никак не реагирует. Сейчас мы будем, собственно, разбираться, по какой причине такая херня происходит. Дело в том, что, как я и сказал, ее приняли на обслуживание, обслужили, и она перестала просто включаться. А, причем это уже, так скажем, третья или четвертая карта за последние месяца три. Именно гига, именно 20-й серии, то есть 2070 супер, 2070, 2080, 2080 супер, которые после обслуги просто умирают на руках. Другие вендоры, типа Полита, там, не знаю, Asus и так далее, вообще никаких проблем, спокойно обслуживаешь, отдаешь. Вот эти вот гиги постоянно какая-то херня. Как я и говорил, у них есть типа ухо с термовертом, но здесь, собственно, сейчас у нас не она. И давайте сейчас будем заодно разбираться, что же здесь такого произошло. Потому что, безусловно, случай неприятный, потому что клиент, само собой, ну, он ее купил бэушную с рук, дал на обслуживание, потому что температуру уже перестали устраивать, а по итогу, типа, хоп, и приходится еще и ждать. Безусловно, в таких случаях, как бы, ремонт за наш счет, все дела, но мы заранее всех клиентов предупреждаем, что случаи бывают самые разные. Короче, в чем основная суть данной проблемы? Это, на самом деле, сейчас касается всех старых карточек, именно поэтому сейчас карточки 1000, 2000 серии, да и, в принципе, 5000 мы берем с очень особой осторожностью, потому что бывают случаи, когда их даже ни разу не обслуживали, и все в этом духе. Так как у вас, когда все это собрано, то есть вместе с системой охлаждения, оно дает определенное давление на ГПУ, то есть он прижат к плате. Как только вы его снимаете, это давление пропадает, и, разумеется, все это немножечко, так сказать, расслабляется. Но из-за того, что у нас все это дело запаяно на бессвинцовый припой, который достаточно хрупкий, плюс температурные постоянные расширения охлаждения и провисание в том числе, то есть здесь совокупность факторов, все это приводит к тому, ну, что вы сейчас видите на своих экранах, что, по сути, БГА-пайка под видеочипом просто-напросто идет по одному месту. То есть ГПУ просто начинает играть, и основные контактные группы, которые у нас располагаются по краям, просто-напросто перестают контактировать. В данном случае контакт, ответственно за баф ресет, просто-напросто, ну, перестал контактировать с ГПУ. Именно поэтому он поднимается, все замеры в норме, но ГПУ просто не видит сигнал от материнки, что пора работать. Вот и все. То есть фактически она полностью исправна, все у нее хорошо, но вот один единственный сигнал в этой области приводит к такому вот интересному дефекту, так сказать. То есть, казалось бы, принес на обслуживание, а получил, так скажем, еще и геморроя в подарок. Но вот, разумеется, мы такие случаи все фиксим бесплатно, ну, потому что здесь и не клиент не виноват, и мы не виноваты, я считаю, потому что застраховаться от этого невозможно, это просто, ну, данность, с которой приходится мириться просто-напросто, ввиду несовершенства, так скажем, ну, производственных всяких моментов, да, связанных с бессвинцовым припоем. Именно поэтому сейчас просто реболим ГПУ, все это отмываем, сажаем, обслуживаем заново, это простое место, опять же, обслуживания, и тестируем и отдаем клиенту. Это к тому, что если вдруг вы решаетесь тоже обслуживать, это вы должны знать, независимо от того, отдаете вы кому-то или же сами решите обслужить, вполне себе возможно, что вы можете попасть вот на такой вот прикол, особенно для карточек не свежих, у которых уже время наработки 3 плюс лет. Это вы должны помнить. Давай, Саня, рассказывай нам эту занимательную историю. Вы представляете, с нами тут в одном помещении находятся люди, которые ни разу в своей жизни не реболили RS-880, не знают, как выглядит, трафарет, ни разу не меняли RS-880, это же настоящая вкуснятина. У меня в городе, в Смоленске, единственный трафарет, который вообще был, это RS-880. И продавался он даже в ларьках, где клеили пленки для на экраны. Вот это легенда просто была. А есть вот люди, которые упустили. Те, кто не в курсе вообще, о чем сейчас, о каком RS-880, RS-780 и RS, в принципе, говорит Саня, это те самые знаменитейшие 2001 мосты. Были еще 34-й, ты их застал?
Да их до хрена было. Их и 881 были, каких там только не наделали, десктопные. Их там что-то только не меняли. До сих пор, по-моему, в MBZIP что-то продается, что можно поставить. И даже новое. А ты какие в свое время покупал? Original, New, Test, OK? Я застал еще новые Sparse Direct. Вот, потом они кончились. Потом мне один знакомый дедушка покупал, давал чипы и говорил, что это просто, ну, навьё. Это 21-го года. И был один нюанс большой с ними, что когда их запаиваешь, там припой стреляет из кристалла. Те, которые работали, они были нормальные. И продавец давал гарантию, кстати. Когда стрелял припой, он высылал новые бесплатно, без проблем. Вот был... Это те самые, которые по 400 рублей были или еще? Не-не-не, они стоили там 1000 рублей, нормально они стоили. Они всегда 2000, там курс стабильнее просто доллара. 2000 раньше стоили, 2000 сейчас. Вообще не поменялись. По-моему, все осталось как было. Поясню для тех, кому надо, так скажем, пояснить. Это те самые вот как раз-таки AMD-шные мосты, на которых, на самом деле, многие сервисы, мне кажется, вообще поднялись в принципе. Это единственные чипы, которые мы меняли вообще. Да, это те как раз-таки северные мосты, которые еще давным-давно велись на прогрев на AMD-шной платформе. Как раз-таки это у нас 2009, 10, 11 год вроде как, и 12, по-моему, туда же. Ну, короче, вот эта вот вся атлона, турионов, феномная грязь, которую ставили в ноутбуки, и она постоянно откисала по причине лютейшего перегрева, там, ну, и, в принципе, брака. Так или иначе, и системы охлаждения там были посредственные. Вот, и это реально супер легендарный чип. Это, наверное, он переплюнул по легендарности эти МЦП NVIDIA-вские, которые ставились, вот как раз, ты их, по-моему, уже не застал, да, как ты сказал, о, это настоящая вкуснятина, там отлетает звук, отлетает сеть, отлетает, блин, подсветка матрицы, там все что угодно, если там что-то отлетало, и там стоял МЦП, все, и он под замену, там дефектовка сводилась только к одному действию, больше ничего не надо было делать. Я еще забавный случай вспомнил, ко мне как-то человек пришел тоже с RS-808, естественно, вот, и говорит такой, что... Слушай, давай татухи набьем RS-808. Я думал об этом, кстати. Он приходит и так и говорит, у меня что-то ноутбук выключился. Вообще, я его, типа, уже чинил, типа, вот у ребят тут были недавно, только съехали, что-то, вот, типа, вот, 2 недели назад отремонтировали просто за 15 минут, типа, ну, все было просто мастерски, я отдал там 5000 рублей, все круто сделали, но что-то вот сломалось опять, и они съехали, можете посмотреть? Ну, я посмотрел, там, естественно, погрели 880 за пятерку, и все, и выстепались оттуда. И, короче, я говорю, ну, тут такое дело, надо, типа, менять этот чип, все такое, и это там, ну, условно, чуть дороже, что ли, вышло, и он такой говорит, и еще ждать пришлось, типа там Спортдирект или откуда там неделю. Он говорит, ну это, блядь, вообще не в какие ворота. Вот те ребята были нормальные. Они меня типа за 15 минут починили, пока я там кофе ходил, покупал по торговому центру. А у вас наеб какой-то происходит. Не буду вам ничего оставлять, и ушел. Вот такой вот легендарный чип, дорогие друзья. Те, кто, как говорится, я думаю, сейчас у многих холдов, мастеров это прям защемит в душе. Потому что действительно это то, на чем многие реально вот откуда пошли прогревасты, да, вот эти вот все граждане, которые прогревали, все и прочее. Это как раз-таки по сути с тех самых времен, когда массово дохли AMD-шные, MCP-шные, NVIDIA-вские чипаки, северные мосты, и их надо было прогревать. После этого все заработало. И многие, по сути, ну, кто-то даже остался на этом же уровне до сих пор, и по сути все греет. И когда вы смотрите там видосы у меня на канале, еще у кого-то, да, с прогревом, это все пошло опять же вот оттуда. То есть до сих пор люди сидят и считают, что типа надо просто погреть, и все заведется. Так же, как это было там в 2010 далеком году. Хотя прошло уже, на секундочку, 13 лет. Какая красота, зацените, ребят. Да, и такое из бывает. Из компьютерного клуба. Видимо, хорошо играли. Это, кстати, тот самый момент, мне здесь недавно как раз клиент сказал, что, типа, мол, Виктор, ваша паста как-то не очень хорошо отрабатывает, и вот мне она тоже выдавилась и прочее. Ребята, напоминаю, я не просто так снял видос, в котором показывал, как мы обслуживаем что и чего. Еще раз, на топовые видеочипы, то есть это все, так скажем, там, 2080 Ti, 3080, 3090, 4080, 4090, ну, 4080, ладно, это еще под вопросом, но все-таки 4090 и прочее, где топовые 102 чипаки всегда фазовый переход. Жидкие термопасты, там, если система охлаждения не очень качественная, ее выдавливает. Говорится, используйте только то, что должно стоять. То есть обычные термухи все на силиконе, они при хреновом охладе и большом прижиме просто-напросто выдавливаются нафиг. Все. Это закон. А у Артема прибавилось очень много работы, потому что ему сразу дохерища сборок нужно сейчас будет мутить. Кстати, а сколько ты времени будешь это все дело собирать? Ну, уложишься ли ты в 3-4 дня, ты говорил изначально? Ну смотри, 9 компов уже готово за сегодня только. Вот я вышел. А за сегодня уже сделано, конкретно именно собрано, брать, без установки настройки. Сколько? 4 компа.
Вот. То есть, блин, ну просто машина, это один из самых производительных людей, кстати говоря, которых я встречал, потому что он работает просто от звонка до звонка до 12 ночи, собирает сборки и все в этом духе. Это... Звонка до звонка жены. Да, 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 это настоящая находка. Что, кстати, по компам-то, давай расскажи, может быть, что интересного. Три компа у нас, Jones BD31. Здесь 13700F, 4070, 64 гига оперативки DDR5, 512 SSD-шка, двухсекционная водянка. Таких компа, повторюсь, три штуки, они будут стоять трансляцию какого-то ПО, не знаю, там на какие-то кубы, не кубы. В общем, все 9 компов едут на выставку на ВДНХ. Что они там будут делать, что они будут транслировать, хрен его знает, но они там будут стоять. А вот такие маленькие компы, вот таких 6 штук. Это, не смотрите на корпус, там вообще ужас, не показываю кабель-менеджмент, там максимальный отврат. Это нужно было клиенту влезть в определенный бюджет с компами на 12400F и 3060. Это самая дешевая 3060 12-гиговая полит, одновентильная. Ну и, собственно, 12400, как я уже сказал. Там 256 SSD-шка, монтечевский блок питания голдовый на 550 ватт. Самый низ рынка. Вообще самый низ, и он выходит... Блин, я уже не помню, я уже забыл, сколько мы обсуждали. Короче, их 6 штук. Это не берите никогда этот корпус. Три кулька хоть и встроены, но они на молексе, они минимальный какой-то поток дают. Но эти компы вроде как будут стоять на видеонаблюдении. Не знаю, зачем для видеонаблюдения 3060. Это просьба клиента. Там и встройки было достаточно. Я не знаю, или 730-ю туда поставить на пассивке. Ее будет с головой вообще. А так здесь 32 гига оперативки, 12400. 32 гига оперативки зачем на видеонаблюдение? Не знаю. Не знаю. Попросили. У них было минимальные системные требования. Это может там какой-то вау, там нейросети, там распознавание лиц, тел. Нейросети и все. Это актуальная тема, если ты понимаешь, о чем я. Да, да, да. Вот. Ну, короче, 9 штук таких уедет, и они уедут у нас до конца недели. Собственно, 4 штучки я уже собрал. Сегодня, думаю, еще до конца дня штучки 2 сделаю. Завтра добью. И начну все отлаживать, настраивать, устанавливать. Самые быстрые руки на Варшавском шоссе. По прошествии весьма продолжительного времени, наконец-таки можно сказать, что с картой, я надеюсь, все в порядке. Потому что была небольшая накладочка, связанная с нашим тестовым стендом, что у нас она после установки драйвера и прочее работала какое-то время, и в черный экран сваливалась. Мы думали, что, возможно, дело еще в чем-то. Я сидел, все перепроверял. По итогу оказалось, что дело было в стенде. На это пришлось потратить еще какое-то время. Но, как и, в принципе, вы могли догадаться, проблема сугубо в старости карты. Фактически. То есть здесь никто не виноват, как мне кажется, потому что, во-первых, уже такое бывало и раньше, я уже про это рассказывал, тут совокупность факторов скорее сыграла роль, что, по сути, наш вот этот баф-ресет, да, он никак до ГПУ не доходил фактически, потому что ГПУ был просто-напросто в отвале физическом от платы. Это причина, в первую очередь, в системе охлаждения, потому что карта, во-первых, провисает, во-вторых, прижим создается, в-третьих, она горячая, и, соответственно, производство уже 2018 года, на секундочку. То есть такие варианты, после того, как вы ослабляете просто просто все винты, безусловно, ГПУ просто может отойти. Это как раз проблема особенно карточек, которые никогда не обслуживались, не вскрывались, ну и по итогу можно прийти вот к такой неприятной теме. Тут, кстати, сейчас данные не совсем те, это ГПУ-1, это встройка, если что. Температура у нас, ну, 64 градуса, все бустится, определяется, работает. Нормально. Тут, конечно, безусловно, после просмотра видоса и Дани Герасимова находят на мысли неприятный инцидент, который у него произошел, да, потому что у нас здесь отчасти, конечно, такой тоже момент произошел, что клиент не особо сильно хочет ждать, по итогу начал уже нам там говорить, что мы типа по каким-то законам, стандартам и прочему должны это делать какое-то определенное время, если такое произошло, хотя на секундочку, по итогу клиенту это все вообще бесплатно обошлось, и бесплатное обслуживание, считай, бесплатный ремонт, и все отмыли, сделали, и как бы взяли на себя ответственность, а клиент все равно это все не устроило, я так понимаю, ну не все, а частично, да, что это все типа долго, что мы должны это делать все быстрее, хотя, опять же, после того, как мы сделали быстро, в тот же день у него карта, по сути, перестала определяться снова, потому что, ну, опять же, отвал был, а я логику по баф-ресету просто заменил, потому что по поведению было похоже на нее. У нас после этого всего она начала определяться, но ненадолго. Вот, и тут мы решили все это, после таких случаев, когда это повторяется второй раз, мы прям основательно садимся и уже длительное время все это гоняем, тестим в разных играх, в разных приложениях, чтобы максимально постараться ее нагрузить, чтобы больше такого не произошло. И тут, ну, я не знаю, какой вывод из этого всего можно сделать, потому что
это тупо лотерея. С таким косяком, с таким приколом может прийти абсолютно, ну, любая карта в теории. Как минимум, политы, вот гиги, они чаще всех бывают. Политы крайне редко, но бывают просто. Это вот из того, что мне на память приходит. Гиги — это, наверное, топ-1 с подобной херней. Вот, и защититься от этого никак. То есть банально думаешь заработать денежек на обслуживание карточки, обслуживаешь, наворачивается просто потому, что она уже старая, чинишь ее за бесплатно, обслуживаешь за бесплатно. В итоге, а на кой черт ты ее вообще брал? Хотя, безусловно, я поэтому часто людей предупреждаю, что обслуживание у нас происходит без гарантии, ввиду того, что случаи бывают всякие разные, чтобы потом человек просто-напросто мозги не компостировал. Вот, пишите, ну, как бы, как вы это видите, безусловно. Я думаю, что у вас есть что предложить, какие-то, может быть, интересные идеи на этот счет. Я для себя, к сожалению, идеальной схемы до сих пор не придумал, потому что где-то на 100 карт одна такая плюс-минус появляется, приходит, и приходится как-то выкручиваться, извиняться перед клиентом, делать все за бесплатно, лишь бы сохранить репутацию, лицо, и чтобы клиент остался хоть как-то доволен. Но, как показывает случай, опять же, с Данией, да, клиент вполне себе может прийти и начать говорить, что там моральный ущерб, верните мне деньги, вообще, там, купите мне новую карту и все в этом духе. Опять же, случаи всякие разные, к счастью, у нас такого, ну, не произошло. За это, пожалуй, тоже спасибо клиенту, можно сказать. Поэтому вот как-то так, ребят. Очередная белая сборочка здесь у нас. Красиво все, дорого-богато. Цвета, конечно, сейчас авто у меня стоят на айфоне. Он, видимо, очень сильно, я думаю, вы видите, да, переливает. Артем, расскажи нам, что же это за чудо чудное, диво дивное. Ведь белые сборки – это то, о чем думают школьники, о чем думают мужчины. То, за счет чего бустится канал на Ютубе. Да. Компьютер для клиентов, который занимается программированием. Всякими в меньшей степени игрушками. Он изначально хотел взять сюда либо 7900X, либо 7950X. В итоге остановились на 7900X. Материночка B650i Edge Wi-Fi MSI в паре с 4070 Ti MSI Gaming X Trio Slim, беленькая, соответственно. Водяночка стоит LT720, беленькая, на боку. И два комплекта кульков от Jonesbo ZG120, насколько я помню. Вот, мы их, собственно, поставили на выдув на водянку и на выдув сверху. Потому что, ну, снизу подсветочка такая. И это, собственно, снизу стоят ФК120 дипкуловские. Один терабайт. PCI-Express 5. Crucial T700 он вроде бы как называется. Вот, то есть это первый SSD-шник у нас, который мы, собственно, на Gen 5 взяли. И самое, что самое было странное, на что я удивился, клиенту потребовалось 8 терабайт HDD-шник. Взяли сиагейтовский на 8 теров, 7EX или как-то так называется. В общем, это тяжелая бандурина, которая стоит почти 20 тысяч рублей. Не знаю ему под что, но клиент сказал, мне надо. Я такой, ладно, окей. Вот, и корпус это Magnum Gear Neo Cube 2 с эффектом бесконечного зеркала. Вот. Вау, и... а так еще по деньгам. Вау, за что, за корпус или в целом? Да и то, и другое, я думаю. Короче, корпус, ну вообще корпус, почему такой корпус? Клиент сказал, хочу с зеркалом. Все. Из таких зеркал был дешманский First Player, который ничем не выразительный, и у него хреновый охлад. И был он. Клиент такой, блин, прикольно, хочу. Взяли его, он обошелся в 17 тысяч онлайн-трейд. Вот. Да, 17 тысяч. Но причем достаточно приятный корпус, потому что у него везде, где нужно, есть отверстие под проводочки. Под процессор, под кульки отдельные отверстия. Все, в общем, здорово, богато. Снизу пылевичок длинный. Сзади все открывается, все скрывается. Все, в общем, там даже шумка есть, короче. На задней панели небольшая. Вот, но есть шумка. Вот, прикольный, хороший корпус. В общем, эта сборка обошлась при закупке что DNS, что онлайн-трейд. Вышла где-то в 300 тысяч рублей. Вот. Это единственное только что, не смотрите на оперативную память, там сейчас оперативная память стоит наша, это всего лишь 16 гигабайт Kingston DDR5 на 5600, вот, ну, а клиентская оперативка приедет только завтра, и там будет Kingston 64 гигабайта DDR5 на 6000 на 32 таймингах, вот,
С RGB-подсветкой, естественно. Куда же? Мы же в 23 веке живем. Подожди, 300 тысяч, это сейчас $3000. Удобно считать? Ну, сейчас, да, это прям актуально. Типа, чё? На самом деле, у нас уже октябрь месяц, и сейчас я начинаю осознавать, что площади, на которой мы здесь сейчас располагаемся, уже не хватает. Саня, ты согласен с этим? Да. То есть раньше мы способны были на 45 квадратах сидеть друг у друга на шее, и все было тип-топ. А сейчас у нас, считай, 120 квадратов, и у нас ни хера нету места. Потому что все, по сути, битком забито. Небольшая такая экскурсия. Раньше я их делал достаточно много, а сейчас как-то вот подзабил, наверное, дабы, может быть, вам было интересно, как вообще сейчас живет сервис, что вообще меняется и так далее. Надеюсь, я сейчас не палю все клиентские данные, которые только можно спалить. Это, собственно, сейчас моя основная боль, потому что здесь, считаю, сейчас стеллажи с заказами, которые, ну, их две штуки уже, все забиты практически под завязку. При этом это стеллажи инженеров с активными заказами, которые, вот, допустим, Максима. Ну, это мой, но здесь, по сути, только трупье, выкупленное на запчасти и так далее лежит, которое надо, на самом деле, отсюда скинуть нахрен. Это вот Димин стеллаж непосредственно тоже. Это все активные заказы, которые он так или иначе в параллель берет и делает. И это Санин. Ну, тут тоже много трупья лежит, ну и готовых уже каких-то заказов. Вот, ну и К-40. Ты что, он не запустился, что ли? Нет. Он с накопителя не хочет этого. Пожалуй, придется воспользоваться. 2011 год. На самом деле, из последнего, что мы сделали, это фактически я затарил сейчас осциллографов, но я про это уже говорил в телеграм-канале, если что, можете переходить, ознакомливаться. Сделано это было сугубо по причине того, что хантеки уже просто заколебали, они нереально тормозят, и единственный осциллограф, который способен выдавать что-то адекватное, был, по сути, у Сани. Но это Санин личный, поэтому он его, видимо, ни на что не применяет, да, Сань? Ну, точно не на эти. А чем тебе это? Подожди, стоп, они же нормальные. Понятно. Ну вот, это у нас 200 МГц, 1 гигасэмпл, ну, за там условные 38 тысяч рублей, это более чем адекватный вариант, как мне казалось, даже 36, по-моему, они вышли, а с учетом растущего курса доллара пришлось, так сказать, покупать как можно быстрее. Ну, и после замены, я думаю, что как минимум стало поприятнее работать. Также сейчас, кстати, совсем забываю, блин, надо уже снять небольшой обзор, мы тут еще теплак нам как раз-таки заслали, вот этот вот Inferay, который у меня был предыдущая его модель, как-то T2S или типа того, но она осталась в Казахстане у Нуржана. А до этого я СИКом вот этим вот пользовался. Вот этот СИК, я думаю, что я его продам уже нафиг, потому что, ну, работать ему уже невозможно. А вот это вот как раз-таки максимально мастхевная тема для тех, кто, кому надо быстро скинуть и поставить линзу и прочее. То есть, ну, реально годнота. Только берите скорее, наверное, под Android, потому что я взял под iPhone и понял, что в сервисе iPhone есть только у двух человек, ну ладно, у трех условно, и пользоваться не всегда есть возможность. Это вот то, чем я занимался последние, наверное, недели, две или типа того. Вы спрашиваете, Витя, почему нету стримов, видосов и так далее. Вот по этой причине. Потому что, по сути, я занимался покупкой, сборкой, настройкой и прочего-прочего-прочего новых рабочих мест под ребят, которые к нам присоединятся чуть позднее. Вот здесь, собственно, у нас первый, так скажем, рабочий стол будет. Он больше, наверное, всех укомплектован. Я даже думал, если вам будет интересно, снять видосы про вот оборудку, которую я сейчас всем, по сути, затариваю, которая, мне кажется, максимально такая золотая середина. Ну, собственно, вы ее так сейчас увидите, что поставил, дал ребятам, и, собственно, они сидят, работают. Ну и по два Моника, как обычно, сейчас у всех. Я всем, собственно, начал это делать. На рабочем месте. Тут единственное, что мультиметр Овен тоже, но на самом деле здесь юнит будет. Это я положил, чтобы мне примерно понимать, что у меня вообще хотя бы есть и что надо еще докупать. Потому что те же компы, мониторы, там, клавиатуры, мышки, это все в момент, когда приходит какой-то новый человек, оказывается, что этого нихера нету, это надо покупать. Тут вот одно место уже укомплектовано под человека, который, я думаю, где-то через недельки, там, полторы к нам присоединится. Он уже, там, так скажем, поработал, проявил себя и, собственно... Осталось только ему микроскоп фактически. Это, опять же, 61-е будут, либо 51-е, как у всех, опять же, моих ребят. Потому что, мне кажется, с 0.7 линзой нормальный только. Это прям супер топ in the top за свои бабки. Вот. Ну и вот эта вот зона будет непосредственно паяльная. Тут, ну, по сути, все то же самое, как и в той зоне. То есть теперь будет фактически все должно быть, по крайней мере, укомплектовано, чтобы справляться с именно этим потоком заказов. Потому что фактически нам сейчас вот где-то троих, наверное, человека не хватает, чтобы это все чинилось в течение там недели, полутора, но не более. Потому что иначе получается, что люди приносят, и в какой-то момент мне приходится выбирать, либо я сейчас
сижу и, не знаю, чиню ремонт, либо я делаю контент, либо я занимаюсь сервисом, потому что приходится подключаться к ремонту. Ну и здесь, собственно, это, наверное, основная тоже из проблем, которая была, это непосредственно комната грязи, в которой всевозможные инструмент лежит и прочая хрень. Там было очень много говна, которое я сегодня весь выкинул нафиг. Ну и еще одно рабочее место вот здесь будет. Мне уже в телеге, так как я все это скидываю, уже сказали Вите, что вот так вот делать ни в коем случае нельзя. На полностью с этим согласен, именно поэтому я это все дело зафиксирую к стене, чтобы, не дай бог, это как-то там не свалилось, потому что оно прямо на краешке находится. И здесь будет еще один человек, который будет, скорее всего, заниматься помощью Сереге в отправках, там, в всевозможных моментах, связанных с, так скажем, помощью в сервисе, ну и прочая такая херня. То есть все вещи там, опять же, термопрокладка, и прочее, то, что я раньше показывал, все это сюда переместилось. Да, совсем забыл. Мы сейчас тестим еще вот эти вот жидкие термопрокладки от Fihonda. И пока что могу сказать, что это, пожалуй, наверное, одна из самых таких интересных вещей, которые я тестил за последнее время. Я это пока что на своем ноутбуке все делаю, но должна пройти небольшая проверка временем, чтобы понять, насколько это хорошо. Вот. Ну и здесь еще небольшие, так скажем, обновки. Это еще одна ультразвуковая ванна, то есть теперь у нас их три штуки. Для чего? Потому что в одной, как правило, моются чипы и что-то небольшое, типа видеокарт, в другой это уже непосредственно можно видеть, да, примерно состояние спирта, его тоже уже пора, наверное, менять. Здесь, грубо говоря, грязная мойка, так скажем, да, то есть когда плата прям вся всосанная, не знаю, в куче какого-то непонятного, ну вы поняли чего, сначала это все кидаем сюда, отмываем основную грязь, а потом уже непосредственно плюс-минус в чистовой спирт, в котором, опять же, ну, после которого плата начинает выглядеть нормально. Еще была идея еще одну ультразвуковую ванну поставить, дабы туда солен слить, но пока что это в процессе, посмотрим, что из этого всего будет. Вот, поэтому вот такие вот небольшие изменения. Все сейчас упирается сугубо в пространство и в количество людей, потому что у нас в команде уже сколько человек? 10, наверное, или около того. Ну вот, по-хорошему бы надо, наверное, еще где-то 5, и будет, наверное, полегче. А дальше уже финалочкой будем заниматься сетью, видеонаблюдением и прочей такой фигней, которая необходима для, так скажем, надежного существования без всевозможных подстав, если вы понимаете, о чем я. Вот такие вот интересные события, изменения и так далее.